Так, ребята, продолжаем движение мы. Так, вот здесь пицца есть. Пицца, да, пицца, пишут тушки. Ищу я это двухэтажное здание. А, вот оно. Ну, как я его ищу, я вам сейчас скажу. Я смотрю все время постоянно наверх. Смотрю, вот здесь свадьба, по-моему. Смотрю наверх, и вот оно. Это здание. Я уже приближаюсь, гуляю пешком. Мне так кажется интересней. В общем, подойду я поближе к этому зданию. А пока мы что поснимаем здесь, посмотрим, что здесь есть интересного, красивого. Движение следует. Да, я только что, меня оштрафовали на $20, потому что перешел дорогу не в том месте. Так что теперь ищу вот эти вот знаки. Вот, где пешеход, чтобы нормально переходить дорогу. Ну, не получается, как у нас. Надо переходить в нужном месте. А, так что сейчас будем переходить дорогу. А $20 я не дал. Ну, как не дал? В общем, я сделал вид, что не понимаю. Они долго со мной разговаривали по-турецки. Но как-то вот так отделался. И теперь перехожу на пешеходных местах. Вот, в общем, узнал это. Съемка продолжается. Вот здесь место для чая такое. В общем, движемся дальше. Вот, заметили, все переходят на пешеходных местах. Так что вот такой вот урок у нас небольшой на сегодня. Так, идем, движемся дальше. В общем, машин здесь много. Куда ни посмотришь, кругом машины. Так. Здесь, говорят, магазинов много. Вообще здесь, как бы, ну, центр магазинов. Люди сюда ходят. Как я услышал, как мне сказали, я тоже вот решил зайти сюда, но у меня, в общем, сам смысл плана подойти к пяти двухэтажке, так что я вокруг да около пока хожу. Вот здесь вот такие вот места. Вот такие магазины здесь, как вы видите. Салам, он передал привет. Так, движемся дальше.
Так, я даже не знаю, куда мне идти. Наверное, поверну в эту сторону. Пойду вот так по базару. Вот тут вот такое людное место. Вот такие магазины здесь. Часы стоят 12 на ихних, на турецких деньгах, на наших деньгах что это делает? Так, где-то доллара 4, да, доллара 4. Вот такие крутые джинсы есть здесь. Так, следуем дальше. Кругом рекламы. Так, продолжение следует.